Здравствуйте, дорогие друзья! Хотел показать, как на шестиструнном строе можно сыграть песню Высоцкого «Горная лирическая» или «Ну вот исчезла дрожь в руках». Сначала кое-чего о бое, о бое, о технике правой руки. Значит, интересный момент. Тот бой, который я сейчас покажу, он в себе заключает два боя, и в зависимости от скорости появляются эти два боя. Вот. В данную песню он играется довольно быстро. Таким образом. То есть пятая вниз, вверх, шестая, вверх, вниз, вверх, пятая. Вниз, вверх, шестая, вверх, вниз, вверх, пятая. Вот. А что касается непосредственно аккордов, то, ну, я предлагаю, значит, играть с аккорда АМ. Сначала мы берем АМ с первой струной и получаем звук, как в записях у Высоцкого. Вот, в принципе, этот аккорд можно взять в качестве барре на пятом ладу. Вот, и дернуть также струны, пятую и три в раз, допустим. И поставь предварительно мизинец на вторую струну на седьмой лад. Вот, и поехать. Можно ДМ здесь взять, можно ДМ здесь взять, как угодно. Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь... Ну, это у нас Е или Е7, не важно. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки А или здесь, на пятом ладу, нет причин. Иду, скользя, С, ну, Г, С, С, можно Г здесь взять. Я вообще приверженец альтернативных аккордов. Я не знаю, какие для вас будут удобнее. Г или С здесь. Дальше H. Ну, можно H сделать каким образом? Сдвинуться на тон выше и получать уже из аккорда С H. Скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой, среди невзятых рубежей один за мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят среди нехоженных дорог, одна моя. Вот таким образом играется вся песня. Всего доброго, до свидания.